сразу за ним, второй, третий, четвертый. Вроде бы неплохой результат, но в этом турнире только первое место имеет значение, поэтому, конечно, жаль, но борьба была интересной. Нас ждут в этом году многочисленные шахматные события. Надеюсь, вы будете за ними следить. А сегодня просто радуйтесь весне, радуйтесь общению. Мне приятно всех вас видеть, нам приятно всех вас видеть. И сегодня, кто хочет, может просто играть, может в турнире поиграть, как всегда он будет организован. И надеюсь, что ваши выходные пройдут хорошо. Спасибо. Спасибо. Еще немножко хочу добавить. Наши ветераны, женщины-шахматистки, Козловская, Валентина Козловская заняла первое место на чемпионате. И Струтинская Галина Николаевна третье место. А сейчас две команды от России, ветераны, участвуют в чемпионате Европы среди ветеранов. Команда ветеранов 55 лет и старше сейчас идет на первом месте после четвертого тура. И вторая команда старше 65 лет идет на четвертом месте. Так что тоже им пожелаем удачи и первых мест. Пожелаем. Спасибо. Просто получайте удовольствие. Как всегда, с нами наши партнеры компании «Русский стандарт», ресторан «Узбекистан» и другие друзья. Кстати, там есть, если кто хочет, и такой необычный напиток, там вот за углом, называется «Самогон». Очень вкусный. Если нет планов на завтра. Давай, пошли в кадр. Карим. Мама.